шел. Ну зачем мне навязываться? Не, если ты не хочешь, чтоб я шел. Надо идти все равно. Потому что я когда к дому подошла, она говорит, да, дурная я. Надо было, чтобы Володя шел, чтобы этому хоть немножко стыдно было. Я говорю, тебе за. Ну мне надо быть тоже такой. Ну. Ну, нас у каждого. Что ж мне, 2 минуты я оделся и пошел. Ну. Нет? Ну, не надо. Значит, у тебя какие-то вот, ну, свои эти. Не хочешь. Ну а зачем, если человек мне не хочет? Мне было обидно, а тот не пришел, а ты пойдешь. Вот почему. Она говорит, Маринка, ну как так? Этот сидит дома, а Володя пойдет. Мне же неудобно. Мне надо чихать на это, на все. Чем неудобно? Тащить удут. Подожди там. Эти, слушай, опять разрослись беленькие. Да? Ага. Я тоже отдыхал, ничего не ел. Ну правильно, а со мной было чипо. Нога на ногу, газеты читаю, о, телевизор смотрю. Ой, балдеж такой. Дождь идет, ну и хорошо. Солнце светит, тоже неплохо. Неплохо. Никого нет. Это вот только. Да. Воздуха, ты знаешь, не было большое паломника черпать. Я бы домой привез, хоть воздуха бы чисто. А мы первый раз пошли в Венгрию. Ну, конечно, я дотопала до границы, пешком там недалеко. А паспорта не взяла. Ну, вся группа пошла. А это хорошо экскурсовод сказал. Венгрия это уже Будапешт. Нет, Будапешт далеко от меня. А, ну это. Там другой был город. Эстергом был. Вот. И я это самое пошла домой, взяла паспорт и одна потопала. Ну, зато знаю дорогу теперь, как туда ходить. О, пошли завтра. В Венгрию. В баньке помылся. Хорошо. Ну, огурцы я сегодня, ну, он звонил, вот. Ну, привет, да? Один, да, ну, Ваня, этот кабачок, а второй вот такой вот, еще там растет. Они как-то идут, вот только на одном, на этом, да? Тот, который поближе, там нет. А на этом идут, вон сколько а уже собрали. А еще будут? Будут. Ну, уже как-то, знаешь, это метина вянет уже. Ну, так еще. Вот, да. Будут. Помидоры собрал, разложил все. А вот те, накрыл. Которые ты собирал, те не поспели нисколько? Есть там штук 8 уже такие, они даже можно было есть. Но ты знаешь, я не стал брать. Ну брать-то чего? Потому что.